мне нужно заменить eSIM на обычную сим-карту, я написал эту заявку в приложении Тинькофф. Ну, а дальше слушайте, смотрите. Достаточно быстро очень сработал Тинькофф, представитель был очень рядом, близко. Я буквально заказал замену eSIM на обычную сим-карту, и через 10 минут у меня уже была физическая сим-карта, и моя eSIM уже отключилась в телефоне. Как вы можете видеть сейчас на видео, я сейчас просто вставлю уже обычную сим-карту, и она будет работать на моем номере. Вот это круто, вот это, конечно, респект Тинькофф. Вот она пока у меня карта здесь. Еще я ее не поставил, не активировал, но сейчас это сделаю. И главное что? Главное мир и всем счастья. Увидимся.